Шарапову застукали с новым бойфрендом. Российская теннисистка начала встречаться с британским предпринимателем Александром Гликсом. Российскую теннисистку Марию Шарапову заметили с новым бойфрендом в аэропорту Лос-Анджелеса. Избранником россиянки стал Александр Гликс, британский бизнесмен, миллионер, сооснователь аукционного дома Pedal 8, друг Кейт Миддлтон. Кроме того, Александр, бывший молодой человек ее младшей сестры Пиппы, фото парочки опубликовало издание Daily Mail. Обычно модная Шарапова на этот раз была непривычно скромно одета. На ней было коричневое длинное пальто поверх серого свитера, черные джинсы и белые кеды. Кроме того, Мария практически полностью отказалась от макияжа. Ранее сообщалось, что канадской теннисистке Жене Бошер устроит очередное свидание с болельщиком на Супербоуле. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.